Здравствуйте! На телеканале Next TV продолжается вокальный реалити-проект «Я звезда». Меня зовут Мария Грати, и прямо сейчас я расскажу вам о последних событиях, так сказать, из первых уст. Была, видела, слышала, подпевала. 30 октября во Дворце молодежи прошел очередной отчетный концерт, на котором участники исполняли хиты 80-х, 90-х и 2000-х годов. Задачей было не только хорошо исполнить песню, но и постараться передать стиль того времени, в котором песня обрела жизнь. Открывала концерт в этот раз Эльвира Хайдарова. Как отмечают члены жюри, это очень непросто быть первой в конкурсной программе. Сегодня вот такая троечка. Я думаю, что это будет стимулом, чтобы на следующий концерт нам показать все свои возможности перед собой, потому что в прошлый раз мы слышали, а сегодня ты, видимо, нехорошо. Ирина Шакирова в этот раз выбрала очень удачную песню, которую смогла раскрыть в полной мере. Ты вообще зажгла зал просто и своими движениями, вот этими гитарными действиями, да, своими танцами, мимикой, актерским мастерством. Просто сработала, она опять была очень уверена. Песня Владимира Кузьмина пришлась очень по душе Алексею Леонову. Нет, я не верю, что это все нельзя вернуть. Нет, я не верю. И мы в исполнении верхних вот этих подальше, вот как раз где там припикали, это же Кузьмин поет оригинал песни. Поэтому, если мы знаем, как поет Кузьмин, Алексей сегодня достойный на уровне очень подал эту песню своим исполнением. Вот сегодня твердый пятерк, молодец. Ну, я бы не сказал, что тяжело, смотря какие песни, которые по душе, они поются легко, особенно сегодня. Я не знаю, мне, может, ну, не в первый раз, но очень понравилось. Хочется, конечно, пусть даже не свою песню, но хочется спеть живьем. Вот есть такая, как бы, задумка. Еще, как бы, общение с людьми, это здорово помогает. Раскованно себя чувствуешь уже намного, намного. И сцена придает силы, как бы, черпаешь энергию положительную сам. Это здорово. Также удалось поговорить с человеком, благодаря которому Алексей все-таки пришел на кастинг нашего проекта и, возможно, пойдет дальше. Я думаю, если его заметят, он далеко пойдет. Далеко пойдет, высоко пойдет и еще прославит наш город. Поэтому, я думаю, заметят его со временем, просто люди заметят, и парень толчок получит, новое ускорение. А вообще, на мой взгляд, это уровень Трофима. Вот. То есть это Трофим, только наш нефтекамский. Вот так скажем. Анаит Гинаян показала, что стала более раскрепощенной на сцене. С каждым разом в наших участниках становится все больше уверенности. Татьяна Якупова выбрала песню «Алсу», потому что за все время проекта она еще ни разу не исполняла медленной композиции. Татьяна очень хорошо поет, и голос у нее хороший. Но вот песня такая, она красивая, хорошая песня. Знаете, ну придраться, по-моему, здесь не к чему. В очередной раз удивила всех, особенно своего новоиспеченного поклонника Марина Владимирова. Russian, Russian, Russian girls, my baby, give me, give me all your love. Russian, Russian, Russian girls, you take.
Уже который концерт подряд Андрей Ликбаев уделяет мне особое внимание. Меня это очень радует. Буду удивлять его дальше, стараться радовать его, улыбать. Второй концерт подряд СМС-голосование выигрываю я. Ну, наверное, потому что я агитирую ВКонтакте своих друзей, чтобы они за меня голосовали. Также за меня очень усердно голосует мой парень. Он с утра просыпается, включает телефон, начинает отправлять СМС и отправляет. Авзал Низамов пообещал в следующий раз исполнить песню на русском языке. Ну а пока любуемся красивым номером. Хотелось бы услышать в следующий раз что-нибудь другое, не на татарском языке. Давайте пообещаем. Я могу сообщить, что у нас тоже. На каком языке? На русском, да. Гульназ Ханеева немного выходила из образа в проигрышах, как было отмечено жюри, но вокальные данные у девушки что надо. И снова очередное вкусное творение от Дины Исламовой. И припев, как поется там, вот лирическое, да, все, да, и душа хочется плакать, да? И как пела здесь, ну, я не воспринял это, вот, извините, может быть, я и не прав. Радик Галиев впервые исполнил песню на русском языке. Ну что сказать, справился он с этим заданием просто на отлично. Сделать хоть раз что-нибудь не так, выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей. Что-то серьезно меня не побоять, в мелочах потерять, свободно только небо над головой моей. Поэтому молодец, я очень рад, и когда ты исполняешь особенно верхние звуки, свободно, легко, не нагреваешь, ну супер. Мечты сбываются, это доказала Регина Сафина. Девушка давно хотела исполнить песню Сиси Кейдж, и на нашем проекте она сделала это. До этого были четверки, пятерки, пятерки с минусом, пятерки, да, то у тебя трех и пять с плюсом. Действительно, вот не хватало русского говорить, вот от оригинала, сейчас, да, вот уровень, на который, да, надо настраиваться, это у тебя действительно ты. Ландыш Исхакова вновь стала любимицей жюри. И не мудрено, в ее голос невозможно не влюбиться. Тебе нужно выступать на большой сцене. Что ты здесь делаешь? Гульшат Габдрахманова тоже впервые исполнила песню на русском языке. Отлично справилась, мы рады за нее. Неудачно перенесли 2015 года, 80-го. За это вам большое спасибо. Завершил конкурсную программу Александр Плющ, и своим выступлением он поставил жирную красивую точку на этом концерте. Не зря ты ходил в музыкальную школу, не зря тебя вкладывали в педагогику. Учитесь, товарищи, отдавайте детей в музыкальную школу.
По правилам проекта на этом концерте нас тоже покинула одна из участниц. В этот раз наименьшее количество баллов набрала Эльвира Хайдарова. Я хочу выразить большое спасибо всем руководителям этого конкурса. Я очень рада, что поучаствовала в этом конкурсе. Я, конечно, очень обиделась, очень расстроилась, то, что я не прошла дальше. И всем участникам я желаю только победы. Напоминаем, что именно вы, дорогие телезрители, можете помочь своему любимому участнику остаться на проекте. Голосуйте на короткий номер 4647, кодовое слово «Удар» и через пробел номер участника, который вам наиболее симпатичен. На сегодня это все. Ждем вас на следующем концерте 12 ноября в 19 часов во Дворце молодежи. Следите за новостями на телеканале Next TV. Люблю, целую, ваша Маша. Пока-пока.